Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И мы продолжаем с вами играть в боевых котов Battle Cats. Так, что у нас? Начинается новый день, как обычно, с каких-то сюрпризов. Так, день пятый, мы получаем опыт. Хорошо. Так, еще что-то дают. Так, мы получили счастливый билетик. Хорошо, тоже радует. Также получаем еще какой-то бонус. 10 тысяч экспы. Это вообще замечательно. Ну, рекламу мы не будем смотреть. Так, ну хорош уже, завязывайте, ребята. Все равно я ничего у вас покупать не буду, даже не надеюсь на это. Так, ну что, ребята, я смотрю, у нас есть код капсула. Давайте ее вскроем и посмотрим, что нам дадут на этот раз. Давай-давай, крутись, дай что-нибудь хорошее. Ну, елки-палки, код-топор. Это не то, что я ожидал. Ладно, оставим его себе. И больше у меня нет никаких ни билетиков, ни сюрпризиков. Есть только меню. Ну что ж, давайте, наверное, апгрейдимся. У нас 22 тысячи. И это довольно неплохая сумма для того, чтобы улучшить своих юнитов. Так, мы сделали мощность пушки нашей. Да, давайте, наверное, еще, я не знаю, может быть, базу усилить. Давайте сделаем. Думаю, 4, наверное, 5 уровня будет достаточно, да? И кэш тоже поднимем. Еще вот энергию. Все, на этом, наверное, конец апгрейду. Можно, в принципе, стартовать. У нас что? Мадагаскар. Мы уже вроде бы в нем были. Ну давайте еще раз пройдем. Если я не ошибаюсь, в прошлой версии мы на нем остановились, да? Там были гориллы. Ладно, давайте сейчас посмотрим, как у нас пройдет это дело. В тот раз мы затащили все с помощью своих ниндзя-котов. Думаю, на этот раз они меня тоже не подведут. Так, пошли мои маленькие. Сарделька, выходи. Так, он на меня отправил кучу стикманов, да? Ладно, не беда. Пока продержимся здесь, на худой конец пушка должна будет зарядиться. И тогда им всем каёк. Сейчас у меня самая главная цель — это дождаться ниндзю-кота. А он уж им даст трёпу. Вот и он, родной. Давай, кромсай их всех. Дальше мы продвинемся. Немножечко подкопим с вами кэша. Ну и, в принципе, да, у нас еще, кстати, пушка накопилась. Если что, я могу из нее бомбануть. Пока не вижу в этом смысла. Поэтому продвигаемся своими силами. Довольно неплохая у меня сейчас армия. Практически состоит из одних ниндзя-котов, которые, как вы сами видите, неплохо справляются со своей задачей. Всякие стикманы, недопсы — это для них шелуха. Я в это время пока развиваюсь. Как видите, у меня уже 1400 золотых на базе могу собрать. Ага, вот, ребята, и горилла. Ну, в принципе, как я и предполагал, в Мадагаскаре выходят гориллы. Так, длинноногий кот скоро подтянется к нам. Еще один ниндзя-кот. И я думаю, что нам бы не помешало... Знаете, а что нам не помешало? У нас пока ничего особого нет. Есть летун, есть рыба. Так, если он сейчас еще подойдет чуть-чуть поближе, я, наверное, все-таки активирую свою базу, чтобы пальнуть по ним лазером. Отлично. Но горилла не упала. Ну-ка, корова, давай-ка им джазу. Все, да? Отлично. Я надеюсь, это был один-единственный босс, который тут будет. Не хотелось бы опять столкнуться с ними. И думаю, что надо проверить нашу рыбу-кота. Я его еще ни разу не активировал и не видел, как он выглядит. А хочется посмотреть. Вот он, красавец. Смотрите, полурыба, полукот. Довольно неплохо сделан, но такой странный. О, нет, нет, ну как же так? Как же так? Вышла горилла. Ядрить ее налево. Так, давай быстрее стройся. Давай, летуна. Летун, лети. Хотя я смотрю, от тебя никакого эффекта вообще нету. И рассыпался ты довольно быстро. А вот рыба-кот справился со своей поставленной задачей. Значит, я думаю, что есть смысл плодить именно их.
И а стоят они все-таки немало. И какой-то толк от них есть. Причем довольно неплохой. Так, на поддержание я выставляю ниндзей. Они сейчас подойдут и начнут деребанить вот этих вот мелких никчемных стиклов. А корова сейчас своим скоростным боданием разбомбит им базу. Должно быть так. По моей логике все будет замечательно. Да, ребятушки, так оно и происходит. Мы побеждаем и получаем почти 6000 опыта. Ну, мы увидимся с вами немножко позже в следующей серии, так сказать. Ну что же, ребята, вот и новая серия у нас, а точнее новый день. И я получаю опять какие-то плюшки. Давайте посмотрим, что дадут они мне на этот раз. Так, дали какой-то бонус на 6 дней, 15 ускорителей. Довольно неплохой бонус. Я, правда, им, если честно, еще не пользовался. И не знаю, что он делает. Но все впереди, мы увидим. Так, получаем счастливый билетик. Что не может меня не радовать. Так, это, то бишь, получается дополнительная капсула. Так, получаем сундук с сокровищами. И на этом все. Рекламу мы смотреть не будем. Ну что ж, давайте откроем с вами капсулу. Конечно, хотелось бы мне накопить их побольше, чтобы открывать. Так было бы намного интереснее. Но мне все-таки не терпится их вскрыть. И мы получаем... Что ж, мы получаем с вами повар. Это для нашей пушки на башне. То бишь мощность. Ну что же, хорошо, ребята, давайте тогда отправимся с вами на карту и сделаем очередной бой. Это у нас будет что за... Ага, Южная Африка. Замечательно, 140 энергии у меня. На Южную Африку 20 надо. Причем она у меня уже пройдена почему-то. Я не помню этого. Ладно, лишним это не будет. Давай быстрее копись. Ага, соточку мы добавили себе в казну. Теперь давайте выпускать наших малюток. Подходят же гады, да? Давай, сарделька, выходи. И начинай их понемножку задерживать. А мне нужно продержаться. Продержаться, улучшить кэш. Потом вызвать котов. Точнее, ниндзя-котов. Которые и раздеребанят всю эту шелупень. Так, сарделечка, давай. Ой-ой-ой, что-то тут не то пошло. Как-то уж больно круто все идет. Разбирает меня потихоньку. Пушка, давай копись быстрее, а? Так, отлично. Ну что ж, давайте, наверное, пальнем разок. Вот и другой разговор. Теперь мы плодим своих ниндзя-котов, которые сейчас устроят им тут просто заваруху. Интересно, а кто здесь у них будет босс? Гориллы были, были птички, были кто еще там у нас? Бегемоты, были свиньи. Кого еще мы не видели, а? В Южной Африке должны быть, ну, в принципе, тоже гориллы. Если так посудить. А может быть, какие-нибудь жирафы, бегемоты тоже было бы неплохо. Но мы уже деребаним базу, как видите. Я думаю, шансов у него никаких. Если он, конечно, сейчас кого-нибудь в последний момент не вызовет. Обычно, когда до половины доходит, выходит какой-нибудь босс. Но пока не вижу. И все замечательно. Неужели мы разбомбим, а? Ух, как круто понеслось. Все, 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 все. Ой, птички вышли. Но, по-моему, слишком поздно. Ребята, мы прошли. 6700 зарабатываем опыта. И что и? И ничего, давайте кого-нибудь возьмем к себе формацию. А кто у нас есть? У нас есть супер раритетный кот. Ага, Будда. Помните, да? В первом выпуске я его открыл из капсулы. Но почему-то не ставил. Думал, что он не особо такой хороший. Заодно мы сейчас это и проверим. Так, 14 тысяч у меня опыта. И давайте-ка с вами что-нибудь апгрейдим. Можно было бы... Опа, супер раритетный кот. Новый, что ли? Подождите. А, это обновить его можно. Точнее, обновить. Апгрейдить, конечно же. 8200 он требует. Может быть, сделать один? Да, пускай у нас будет одно улучшение для него. Потому что на второй даже не хватит элементарно. 6318 у нас осталось. Можно было бы, в принципе, проапать кого-нибудь. Кот-танк. Хорошо, ладно. Один апгрейд мы сделали. Ну что опять? Что за реклама идет? Да вы надоели, на самом деле. Да не буду я ничего брать у вас. Сколько вам можно повторять?
Так, а это что такое у нас? User rank reward. Ну давай сделаем. Чего? Так, мы получили с вами, ребята, RAR капсулу. Давайте-ка стартанем. И у нас что тут? Да почему опять-то Южная Африка? Давай вот, в Гану. В Гане, я думаю, будет нам Гана. Давайте проверим. Так, я кого там взял? Буду ману максимум. Ага, максимальный левел. Может быть, использовать одну все-таки, а? Посмотрим, что он означает. И что у нас? Ага, ребятушки, у нас база развита до 8 уровня сразу. То бишь 1800 деньжат. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Нам не придется на это тратить деньги, а можно спокойно заняться своей армией. Я думаю, что это неплохой бонус. И, кстати, надо будет его оставить на какого-нибудь мощного босса, если таковой тут вообще будет. Так, 300, 400, деньги идут довольно неплохо. Ниндзя-коты тоже неплохо рубят. Надо будет заценить этого Буду. Если это Буду, конечно. Коровушка сейчас начнет тут бодаться. Пушечка моя зарядилась, это очень хорошо. Так, смотрите, какой у него замок, да? В форме раскрытого шоколада, причем надкусанного. А что у нас, в Гане делают шоколад? Не знал. Так, ну что же, вот наш Будда вылетел. Мы уже колбасим его замок. Рыба, давай выходи. Так, довольно неплохо идут к нам деньжата. Надо будет еще увеличить кэш. Ага, вот и птички. Ё-моё, сколько? Ого, сколько у вас там вышло-то? Ну, штуки 4, не меньше. И они разбирают мою армию. Опа! Как Будда херачит, смотрите. Оп! Довольно неплохо. Чпок рукой своей. Блин, да что ж такое-то? Не дали ему ударить. Да елки. Ой, и рассыпался наш Будда бедный. Так, елки-то палки. Слишком мощные птички. Блин, расстояние маленькое. Ладно, у меня есть пушка, если что. Я надеюсь, она меня выручит. Ну-ка. Так, ну что же, две птички как минимум сдохло там. Три. Фу, неужели мы продержались, а? Отлично, давайте. Коты, Будда, я думаю, вы сейчас тут всех разбомбите без проблем. И я вас верю. Ну-ка, кия! Вот так вот. Будда довольно неплох. Единственная его загвоздка в том, что он слишком долго применяет этот удар. Сами видели, да? Пока он сведет ручки, пока этот кулак ударит, точнее ладошка, очень много времени. О-о, вышла свинья. Да, ребятушки, тут будет, по-моему, жарко. Что-то слишком дофига всякой нечисти повылетало, повыбегало. Так, рыба-коты у меня выходят. Пушка моя зарядилась. Будда мой лепит пощечины лещей всем. Ага, вот мы и добрались до замка. На! Еще ладошкой. На-ка! Опа, ребятушки, с победой нас. 8235 опыта получили. Что несказанно нас радует. Так, а что это такое-то, а? Я так и не понял, что мы активировали и что нам оно дало вообще, вот этот вот свиточек. Хм, странно. Давайте до последнего уровня апгрейдим своего первого кота. Ох ты, вы посмотрите, ну прям мускулистый паренек. Он своими бицепсами хвастается перед нами. Я хочу посмотреть, что он из себя, Сахара, что он из себя представляет. Ну что же, ребята, давайте попробуем. И активирую заодно сундучок, чтобы, как сказать, и в случае победы я получу какой-то реверс с него. По-моему, должно быть так. Ёлки-палки, у меня же нет бонуса сейчас. Ох, какой. И музыка, кстати, ребята, поменялась. Вы не заметили? О, великолепное музло. А то та немножко уже приелась, как бы, мне. Так, ну что же. И хочется, и колется. Да. Что-то они не на шутку разбухарились-то, стикмены, а? Ребята, может, вы угомонитесь? Блин, что делать-то? На стикмена, я думаю, что я не успею накопить такими темпами. Блин, орудие, заряжайся быстрее, а ты мне очень сильно нужен. Они уже бомбят мою базу. Нет, 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 только не это, а? Так как же так? Есть! Огонь!
Вау, великолепно, просто изумительно. Смотрите-ка, он одних стикменов и выпускает. Зато очень много. Давай, ниндзя-кот. Ты у меня любитель щелкать их, как орешки. Так, а это что у нас за пугало вышло, а? Баран какой-то. Ну, он действительно баран. Что вышел на меня? Два барана. Три барана? Четыре? Эй, хорош. Это, я надеюсь, не боссы там какие-нибудь, а? А иначе сейчас у меня будет финиш. Ну, хорошо, они даже не могут подойти ко мне. Потом смотрите, как ниндзя-коты отражают их атаки. При этом они бьют еще и базу. Шикарно, шикарно получается, ребята, у нас. Так, стикман, это не помеха. Давай-ка, Буда, выходи. Сейчас ты будешь своей ладошкой там всем лещей раздавать. Сколько у меня там котов-то? Наверное, штук 5-6, не меньше. Смотрите, как они... Ой-ой-ой-ой-ой, здоровячков моих. Вот как только стоило где-то промашку дать, на-ка, они начинают идти в разнос. Еще и горилла вышла к тому же. Так, давай, длинноногие, не подведи. Крылатый тоже. Так, рыба, вылезай. Будешь тоже кусать их, бомбить. Нате вам всем. Блин, смотри-ка, а чем выжил гад? Да что ж такое-то, он плодит и плодит этих баранов. Ну, потому что, видимо, сам владелец этой базы баран, и он проигрывает, и мы получаем опыт. 8640. Фух, был довольно неплохой бой, мне понравилось. Так, у нас есть даже что-то, можно апгрейдить. Может быть, танка? Нет, топора я не хочу апгрейдить, это однозначно. На рыбу у меня не хватит, но можно что-то из базы сделать. А вот что? Все, больше не хватает. Ладно, и на этом сгодится. И следующая миссия у нас где? Ага, в Египте. В Египте. Может быть, один бонус каком-нибудь использовать, а? Ускорение. Посмотреть, что он вообще значит. Может быть, скорость чего, не могу понять. Так, что тут написано? Нифига не понял. Двойное какое-то ускорение, чего только. Не врубился. Ладно, думаю, и так справимся. Давай, мои амбальчики, вперед. Какой он идет, да? Деловой поход. А были какие-то фуфлыжники, а сейчас, смотрите, красавцы, богатыри. Просто себя чувствуют на коне. Так, давайте-ка мне ниндзю-кота в срочном порядке. Причем. Ну давай, выходи, родной. Я знаю, что ты любишь щелкать этих стикманов и всяких там змеек, как орешки. В принципе, за счет вас я только и продерживаюсь. Ну а уже после них, естественно, мы с вами построим кого? Рыбу-кота, наверное. Можно и корову, в принципе, бомбануть. Так, пушка моя зарядилась. Ну, их пока рядом нету, поэтому нет смысла ее активировать. Холостую тратить я не собираюсь. Так, шестой уровень казны. Осталось еще два уровня до максималочки. Сейчас ведь, наверное... Ага, так я и думал. Хотел сказать... Да елки-палки, свинья. Красная, плюс баран. Надо копить бабло на кого-то, так сказать, наверное, более сильного, да? Потому что иначе мы так далеко не уйдем. Хотя у меня есть орудие. Давай-ка, наверное, до Будды. Будда им там устроит, всем Будду. Вот смотрите, ну разве они не красавцы? Просто отбиваются от всех. Ну да, конечно, получают лещей, умирают. Но держатся. Ну как это низко? Оп! Да кого ж ты ударил? Какого-то вонючего стикмана. И на этом погиб. Печаль, конечно. Нате вам. Вот это я понимаю. Будда, когда ударяет, то он ударяет насмерть. Довольно неплохо. Но, как я вам говорил, что за счет того, что очень долго он делает этот удар, он проигрывает по скорости. Хотя, думаю, здесь мы уже вполне с вами продержимся. Армия довольно неплохая. Будда, рыба, длинноногий подошел. Плюс летун, от которого, правда, честно говоря, эффекта очень мало. Но две рыбы-кота, даже три, я думаю, здесь будут за глаза. Главное, чтобы не грохнули Буду. И тогда у нас все будет хорошо. Так, подлетает моя вторая будка. Будка, не забудка.
Все, две Будды, это финиш. Даже, я думаю, он не успеет подлететь, как мы разбомбим базу. Так оно и получается. 9000 опыта. Это неслыханно радостно для меня. И я смогу... Так, мы получаем нового кота. Вот это новость. А какой кот? Где? Специальный кот. Ну-ка. Что за котик у нас тут? Ого! Коты в коробке. Хм, довольно неплохо. Зомби-кот. Угу. Вот я думаю, что взять? Зомби-кота? Да что такое? Что вы опять мне всуете рекламу? А, ну якобы у меня не хватает еды. И не хотите ли вы купить? А я могу бесплатно получить, что ли, да? Ну, для этого должен посмотреть медиа, да? А, недоступно. Не могу я ничего посмотреть. И ничего они мне не дадут за это. Жаль, а я бы хотел получить хотя бы даже одну баночку, было бы уже неплохо. Но ничего не поделаешь. Так, что тут вы мне даете? Кошачья еда, 102, 101. Это вы к чему? Я так и не понял. Но 85, а где же мне еще-то взять 5 баночек-то, а? Слушайте, если я не ошибаюсь, мы с вами в Код Гайде кое-что не посмотрели. А там за каждый просмотр нам дают 5 баночек. Так, какого мы кота с вами не видели еще, а? Опа, есть один. Будда. Ну что же, ребята, мы получили 90... Ну, 5 баночек, и в общем количестве у нас 90 их штук. А это означает, что мы сможем с вами купить кота в коробке. Вроде бы так. Он стоит ровно 90 баночек. Так, ну что, вроде бы больше никого здесь нету. Можно возвращаться в апгрейд. Так, подождите, у нас еще раритетная капсула же есть. А ну-ка, давайте-ка используем и глянем, кого нам дадут. Или что. Ой, это что такое, ребята? Это кто такой? Это... Ага, это кот-черепаха, что ли, да? Котацу Кэт. Ну, я бы назвал его черепаха, потому что, смотрите, он ползет, и у него панцирь. А на панцире еще какая-то жрачка лежит. Замечательно. Просто изумительно. Я неслыханно рад. Я обожаю новых юнитов, особенно когда они еще апгрейдятся. Красиво, хорошо. Прелесть просто. Так, а тут у нас что? Тут у нас какие-то фестивали. Ого, новые эволюции. Смотрите-ка, нормал, эволюционированный. И ультрасоул. Ультрадуша. Нет. Да вы посмотрите, сколько тут какие-то... Ё-моё, ребята, да тут офигеть, сколько всяких трансформаций, а? Все, надо будет конкретно немножечко в этой игре залипнуть. Но вы не обижайтесь, я буду все проходить. И это, и то, и пятое, и десятое. Никто не останется в обиде. Пока, слава богу, времени у меня на это хватает. Но скоро у меня будет отпуск, и я просто здесь вообще зависну. Так, давайте-ка глянем, что мы можем взять. Ага, вот что я, кстати, ребята, смотрите. Кот в коробке, коты точнее. И самурай-кот. Ё-моё, мне и хочется и этого, и того, и всех. Самурай-кот. Ёлки-палки, а. Я, наверное, все-таки возьму котов в коробке. Их все-таки трое. Ну, а зомби-кот я вообще молчу. Какой-то прям няшка. Давайте берем. Я даже не знаю, честно говоря, что они делают. Так, апгрейдим их хотя бы вот так, 4-й уровень. И я очень сильно надеюсь, что я не сделал глупейшую ошибку. Потому что я ухоркал туда все свои банки, плюс практически весь опыт. И давайте его поставим. Вместо кого? Вместо капсулы. Потому что капсула, как вы помните, ну, если честно, ну, никуда не годится, а. Тем более 2-го уровня. Один разок катанется, потом стоит. Любой его может убить в этот момент. Нет. Правильно я сделал, что поставил котов в коробке. Правда, я не знаю, еще раз повторюсь, что они делают. Ух ты, у нас еще один билет ивентовый. Ну-ка, что тут у нас? 30 тысяч опыта. Я не ошибаюсь? Я не должен ошибиться. 30 тысяч опыта. Вау.
Это же просто изумительно. Я же могу сейчас просто апгрейдиться. Причем довольно неплохо. Даже не знаю, кого и апгрейдить-то, а. Рыбу хочется. И еще новый кот мне достался. Кот-ящерица. Мама родная, а. За что мне дали кота? Интересно, хорош он или нет, а? Ну, апгрейд для него довольно дорогой. Значит, должен быть замечательным котом. Так. Давайте еще разочек, наверное, вот этого. Все, деньжат у нас больше не хватит ни на что. Может быть, экипировать. Так, подождите, а, гайд-код. Да, надо глянуть. 5 баночек своих заслуженных получить. С кошачьим кормом. Вот как он выглядит, значит, у нас. Ага. Он еще у нас, оказывается, стреляется огоньком на дистанции. Ну что же, это дает ему преимущество. Это как у нас дальний бой получается даже. И вот они, наши коты в коробке. А покажут, что они делают? Ага. И все, что ли? Вот так вот они и будут в этой коробке передвигаться? А как же атаковать? Не знаю. Сейчас мы это увидим. Фаворит 1, фаворит 2. К чему это все написали, так и не понял. Ну что же, давайте экипируемся. Да, ну что, я думаю, наверное, или летуна убрать, или топора. Как вы думаете? Да, ценник неплохой, да? Давайте, наверное, топора все-таки уберем. 1000 голды он стоит, этот лизардман, а этот 750. Но он у нас уже стоит. Слушайте, а я что-то не понял одного. А где же наш кот, вот этот, которого мы открыли, ползает, как черепаха? Я что-то его вроде бы не заметил среди своих юнитов. Или я его просто пропустил? Так, мы с вами играем в Турции. В Турции. Ну, это все замечательно. А нам надо посмотреть, знаете что, ребята, что у нас у бога котов есть. А есть у нас много чего, но непонятно, что оно все дает. И я, если честно говоря, не хочу тратить даже на это свою последнюю оставшуюся баночку. Давайте помаленьку будем их тут разбирать. Опа-на. Мой кот-качок дает им толчок. Ну, сейчас ниндзя-кот разберется с ними, со всеми. Кстати, да, он у меня 9 уровня. Я вот что думаю-то? Они же на 10 уровне все получают особую трансформацию. И надо мне как-то накопить деньжат и сделать ему последний апгрейд, чтобы, как говорится, моя душа успокоилась. И чтобы коты стали намного сильнее. Давай, длинноногий. Почему тебе сделали такие ноги длинные, а, братишка? Для чего они тебе? Бьешь ты вроде бы тоже только ближних. Ну, немножко подальше, конечно, чем все остальные, но особого-то преимущества в тебе нету. Ага, вот они, мои родные, вышли. Ну-ка, что? Опа-на, ребята, смотри, что они делают, а? Смотрите. Из-под тишка бьют дубинкой, вылазя из коробочки, оглушая врагов булавой. Ну что же, довольно неплохо. Так, давай, рыба-кот, выползай. Я жду тебя. Так, смотрите, довольно неплохо эти детишки в коробочке держатся. Довольно неплохо. Вот тебе подмога идет. И рыба-кот. Давайте, сейчас Буда выйдет. Прилетит на подмогу. И я думаю, что даже если они сейчас разобьют мою вот эту армию, дальше моей пушки они все равно не пройдут. Слягут все здесь, как братья по оружию. Ну давай, 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 давай. Еще побежал. Так, длинный кот стоит, и ему все нипочем. Нет, все-таки его разбомбили. Давай, Буда. Опа. Давай еще ладошки свои. Оп, молодчага. Не подводишь никогда меня. Умница. Елки-палки, да вы смотрите, что он сделал. У него тут и гориллы, и бараны. Кого еще тут не хватает? Свиней, этих бегемотов, в общем, всей вот этой своры, что они любят на меня. Только сказал про свинью, вот и свинья вышла. Елки-палки, донатим вам всем. Сейчас мои коты с коробочки вам надают люлей. Блин, даже не могу дойти до базы. Хотя бы базу уже начать деребанить. Слушайте, довольно неплохо у меня идут деньги. Я даже их не знаю, на что тратить.
Интересно, а здесь по юнитам у меня есть лимит или нет? Ну, например, знаете, я могу построить, например, только 10 юнитов и не больше. Но пока я не вижу никаких ограничений и строю, сколько строится. Так, ну что, ребята, осталось немножко. Все, мы с вами победили. 9500 опыта получили. Больше нам пока ничего не дают полезненького. Можно немножечко апгрейдить. У нас 12000. Можно апгрейдить рыбу-кота. Можно апгрейдить ящерицу. Или же улучшить. Так, здесь максимум. Может быть, с жизнями или с кэшем. А, нет, кэш у нас тоже на максимуме уже. Давайте вот это сделаем. Все, больше ничего нету. Не хватает, точнее, у нас денег. Точнее, опыта даже. Что я все в деньги? У меня все, что не улучшается, нет, а все переводится в деньги. Россия? Давайте-ка глянем, ребята, что тут у нас. Неужели пойдут всякие медведи? Ну, как обычно, Россия ассоциируется с зимой. Ну, в принципе, правильно. Ее поэтому никогда не могли, как сказать, завладеть ею, захватить. Многие пытались, и Наполеон, и немцы, но ничего у них не вышло. И, по большому счету, благодаря зиме. Зима — это наш, так сказать, климатический друг. Суровый климат не каждому по силе. Так, а вот тут мне, ребят, не нравится единственное, знаете чего? Что вражина-то возле моих ворот. И причем какой враг? Боссы. Но мы их почему-то расклепали. Пушка у меня готова. Бомбануть могу в любой момент. Хотелось бы вызвать ребят. Ага, так, подождите. Давайте, кошара, выходи. Кот. И база-то какая, а? Смотрите, матрешки. Да. Честно говоря, я бы даже не сомневался, что именно матрешек нужно сделать базой у русских. Я даже забыл, что это наша национальная игрушка. Символ, так сказать. Да. Мы начинаем деребанить базу. И я думаю, что больше никто не выйдет. Ну, начинаются всякие гориллы никчемные. Ой-ой-ой-ой, что-то больно. Подождите, что-то пошло не так, как я хотел. 4-5 горилл. Как так? Всю армию почти разбомбили мою. В одночасье. Так, ну ладно, выходите. Я сейчас бомбану со своего орудия по вам. Нате, сдохните. Ну, кое-что есть. Умер, да? Замечательно. Так, а он все горил своих направлять на меня. Ну ладно, я уж как-нибудь это переживу. Мои бравые ребята из коробочки, надеюсь, им наваляют люлей, да? Будда тут еще у меня. Длина ноги подтягивается. И ниндзя-кот. В принципе, я думаю, никаких проблем нету. Так, кот-ящерица выходит. Ну что же, там осталось всего ничего. Давайте, ребята, сосредоточимся и добьем этих гадов и уничтожим ихнюю базу. Давай, коробка, выходи. Ну что, все, мы их потеснили и начинаем бомбить базенку. Так, пушка у меня накалилась. Все. Никаких шансов у него нету. 10220. Да, Россию никто не мог победить, а коты победили. Какой-то парадокс прям. И у нас с вами 115 ранг. Ладно, а следующий у нас идет Греция. Давайте сделаем ускорение и пойдем. Что? А, ребятушки, у меня нет еды. Ну и, соответственно, я не смогу продолжить. Ну что же, буду на этом заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, ребята. Nigga, you can't stop bouncing.